Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним. Упражнение номер 4 на странице 25. Рабочей тетради по математике для первого класса автора Мару. В этом упражнении мы должны будем данные величины преобразовать в другие. 12 сантиметров. В одном дециметре 10 сантиметров. Значит, 10 сантиметров – это 1 дециметр. И еще 2 сантиметра. Значит, 12 сантиметров – это 1 дециметр и 2 сантиметра. 1 дециметр – 3 сантиметра выразим в сантиметрах. В одном дециметре 10 сантиметров плюс еще 3 – 13 сантиметров. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.